Сорт томата Келли зеленый. Этот сорт относится к серии гномам, поэтому кусты у них крепкие, невысокие, очень мощные. Это среднеспелый сорт, очень урожайный. Высота куста в открытом грунте до 80 сантиметров. Помидоры вот такие круглые, зеленого цвета. Раньше мне казалось, если томат зеленый, значит он и по вкусу кислый должен быть. Но оказывается, зеленые томаты очень сладкие по вкусу. Помидоры круглые, прозрачно-зеленые, с золотистым оттенком, очень-очень сладкие. Масса томатов бывает первые до 100 грамм, а дальше уже масса уменьшается, около 50 грамм весит один томат. Лист морщинистый у этого куста, простой, куст компактный. Формирование, ну, практически можно не формировать. Урожайность у этого сорта очень хорошая. Сорт выращивают как в открытом грунте, так и в теплицах. Используют универсально и для заготовок, для томатов и кетчупов, и для употребления в свежем виде. Вообще масса удовольствия, отличный, сладкий по вкусу томат. В разрезе томат изумрудного цвета, очень-очень сочный и, как я уже сказала, очень-очень сладкий. Обратите внимание на зеленые томаты, и вы останетесь довольны их вкусом. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.